Сегодня мы будем вспоминать о легенде, а если точнее, о легендарном коллективе. Селям алейкум, азиз достлар. Когда я говорю «легендарный коллектив», это не фигура речи и не преувеличение. Ведь речь идет об ансамбле песни и танца крымских татар «Хайтарма». Считается, что ансамбль был образован в 1939 году, однако сами участники коллектива ведут его истоки от основанного в 1936 году в Симферополе крымско-татарского ансамбля песни и танца. Через несколько лет коллектив получил статус государственного. Тогда были объединены два ансамбля – симферопольский и ялтинский. Последующие трагические события – война, депортация 44-го года, 12 лет жизни крымских татар в статусе спецпереселенцев, когда целый народ фактически стал политзаключенным, катастрофически повлияли на жизнь народа. В 1956 году большая часть депортированных народов вернулась в места прежнего проживания. Крымских татар эта милость властей не коснулась. Они остались в местах изгнания. Возвращаться на родину им было категорически запрещено. 12 марта 1957 года решением ЦК Компартии Узбекистана была возобновлена деятельность ансамбля «Хайтарма». К сожалению, случилось это не на родине, а в депортации в Узбекистане, где на тот момент жила большая часть депортированных крымских татар. Возглавил коллектив известный композитор Ильяс Бахшиш. Первые танцы тогда ставили знаменитые артисты и хореографы довоенного времени – Усейн Бакал, Энвер Алиев, Аким Джемилев. Первый после перерыва концерт ансамбля состоялся 6 июня 1957 года в Ташкентской государственной филармонии. Конечно, воссоздание коллектива не решало проблему крымских татар и было лишь уступкой власти репрессированному народу. И все же значение его для сохранения культуры народа трудно переоценить. Сказать, что ансамбль «Хайтарма» любили, значит не сказать ничего. Его концерты проходили с аншлагами везде, где жили крымские татары, да и не только. Известная крымско-татарская певица Гульсум Тамах выразила это отношение очень точно. «В детстве родители меня водили на концерты ансамбля «Хайтарма», которые проходили с большими аншлагами в нашем маленьком городке Гулистан. Билеты было трудно достать. Зрители занимали все проходы и смотрели концерт стоя со слезами на глазах.
Это впечатляло меня и в 1988 году на первых моих гастролях с ансамблем, которые были в городах Тамань, Темрюк, Крымск, в городах Краснодарского края, где поселялись крымские татары после вторичной депортации из Крыма в 60-70-х годах. Ансамбль объединял все направления музыкального искусства. Ставил спектакли, представлял новые авторские сочинения, танцевальные постановки, восстанавливал по крупицам фольклор. Словом, в условиях ссылки делал все возможное и невозможное, чтобы сохранилось. Не исчезла крымско-татарская музыкальная традиция. Немало сделал для этого первый после депортации руководитель-композитор Ильяс Бахшиш. На чужбине в 70-х Бахшиш пишет 5 вариаций на крымско-татарские народные мелодии для симфонического оркестра. Первую часть музыкальной сюиты из цикла «Ватан Тюркусы» также для симфонического оркестра. В 78-м он сочиняет одно из крупнейших своих симфонических произведений «Татарская рапсодия». Далее следует очередной цикл музыкальной сюиты «Ватан Тюркусы». В разные годы в коллективе работали лучшие представители крымско-татарской музыкальной культуры. Перечислить всех невозможно. Назовем лишь некоторые имена, помимо уже упомянутых. Аблямит Умеров, Сабре Эриджепова, Эдия Топчи, Зейнеп Люманова, Селеме Челебиева, Эдем Налбантов, Мемет Арсланов, Урия Керменчикли, Рустем Меметов, Гулизар Бекирова, Фарид Хайрулин, Шевкет Асанов, Дилявер Бекиров, Ремзия Бакал, Мунир Аблаев, Джемиле Османова и другие. В 1970-м, 78-м, 89-м, 93-м художественным руководителем ансамбля был Февзи Белялов. В 1987-м он создал при ансамбле группу «Эфсане». После него художественным руководителем ансамбля стал заслуженный артист Украины Рифат Аширов. Ансамбль «Хайтарма» стал единственным творческим коллективом, сохранившийся в годы депортации и на профессиональном уровне, донесший до потомков самобытную культуру крымских татар. Коллектив вырастил корифеев крымско-татарской песни и музыки. Впрочем, и сегодня ведутся споры, как оценивать значение этого коллектива. Газеты, издававшиеся в ссылке, ведь они были частью стратегии удержания крымских татар в местах изгнания. И вновь дадим слово певице Гульсум Тамах, проработавшей в коллективе долгие годы. Я считаю, что если бы не создали в депортации ансамбль «Хайтарма», мы минимум на 30-50 лет потеряли бы наше искусство. Кто бы смог сохранить то, что мы сейчас имеем? Ведь до сих пор наше поколение учится у тех, кто в депортации пел и танцевал, использовал нашу инструментальную музыку. Лучшие образцы исполнения Сабрия Эриджеповой, Зейнеп Люмановой, Эдия Топчи нашего песенного искусства так и не превзошел никто. В 1993 году ансамбль «Хайтарма» был перевезен в Крым и находился в составе Евпаторийского отделения Крымской государственной филармонии. На счету коллектива немало творческих побед. В 1970-м ансамбль был награжден государственной премией, стал лауреатом международных фестивалей «Мертишор» в Кишиневе, «Мастеров искусств» в Измире, Турция, «Крымские зори», «Чумацкий шлях», «Песни моря», «Песни солнечного Крыма», «Восточный базар», «Солхат» и многие другие.
Коллектив немало гастролировал, участвовал в концертах мастеров искусств Крыма в Киеве. Награжден почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым. Более двух десятилетий уже в Крыму возглавляла прославленный коллектив дочь хореографа и танцора Усейна Баккала, народная артистка Таджикистана и Украины, лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым Ремзия Баккал. К своему юбилею Ремзия Баккал готовила вокально-хореографическую композицию «Бахчисарай, Хансарай». Однако в марте 2016 года с Баккал не продлили контракт. Корифею сцены не дали доработать до юбилея. Сегодня коллектив переживает не лучшие времена. Спустя полгода после Баккал значительная часть талантливых певцов, танцоров, музыкантов, артистов Хайтармы также вынуждена была покинуть коллектив. С ними тоже не продлили контракт. Как отмечает активист крымско-татарского национального движения Искендер Бариев, в государственном ансамбле «Хайтарма» три группы – оркестровая – 12 человек, танцевальная – 14 человек, вокальная – 7 человек. Всего 33 артиста. Была отстранена от должности художественный руководитель ансамбля Ремзия Тарсинова-Баккал. Согласно российскому законодательству, артисты работают по контракту. Перед выходом в отпуск артисты написали заявление об увольнении в связи с окончанием срока контракта. После отпуска должны были заключить новый контракт, но 10 артистам заявили, что они уволены. Бариев называет фамилии уволенных. Среди них оказались и столь известные музыканты, как заслуженная артистка Автономной Республики Крым Оксана Ахмед-Мустафа, дирижер, заслуженный артист Узбекистана и заслуженный деятель культуры Украины Рифат Аширов, артисты Якуб Джемелев, Эрнест Кадыров, Мамадиева, Майсара, Мунивер Муслединова и другие. Что ж, в судьбе крымских татар, неотъемлемой частью которых в прошлом и нынешнем столетиях был ансамбль «Хайтарма», произошло немало драматических событий. Множество испытаний выпало на их долю и в последние годы. А потому хочется пожелать и прославленному, любимому коллективу «Хайтарма», и всем нам, чтобы трудные времена, наконец, остались позади. А сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Салхмэн Таулыс.